Зеке. Был богом Кизекий, послан пророк сказать: ты умрешь, приближается срок. Унылый Зеке лег на кровать и плачет, не хочет никак умирать. Смерть скоро погаснет в глазах его свет, а прожил всего 39 лет. Он молится, душу пред Богом открыл, и чудо, уменьшился страшный нарыв. По воле Творца отступила болезнь, Езекия в храме воспел Богу петь. За то, что сегодня мы с вами живем, прославим Иисуса в собрании святом. Аминь, слава Богу.